трудности были с дождями. Демонтаж сложный был, кровля сложная. 500 метров ты можешь как-то напрячься сделать? Вот так долгожданный ремонт кровли пошел не по плану, обернулся массовыми протечками. Фонд капремонта силы не рассчитал, подвела и ливневая погода. Работы стартовали еще в апреле, но не завершились по сей день. Строители уверяют, будут ускоряться. Подрядчик фонда капремонта зашел во все квартиры, которые были залиты. Договорились с каждым из жителей о возмещении ущерба. Но прежде чем ремонтировать пострадавшие квартиры, нужно завершить начатое, окончательно доделать кровлю, чтобы осенне-зимний период хлопот жильцам не доставил. Идет не без проблем, но подрядчик понимает всю ответственность и заверяет в том, что работа выполнит быстрее срока. Поэтому вот ждем, когда работы будут уже окончены. И там через, наверное, где-то ближе к началу августа приедем принимать работу. Приведут в порядок не только крыши, но и входные группы. В подъездах многоэтажек обновят остекление, заменят светильники, почтовые ящики и домофоны. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».